about the game. What did you manage to do, and what did you didn't manage to do? I want to tell that, for my opinion, we have a very bad game. We must. Їхня гра сьогодні була поганою. First half we play very, I can tell, good, and after the second half our conditional, I don't know what is going down. Першій чверті вони грали достатньо добре, а в другій щось змінилось і гра пішла на спад. We didn't do some talk on a locker room. Вони не виконали настанову тренера. And we lose the, because of that we lose the game. І тому вони програли. Nothing, I just want to say that this team, congratulations on the win, and we will continue to practice and try to win some other games. Він вітає Азумаш з перемогою і каже, що вони будуть продовжувати тренуватись і спробують виграти інші ігри. Можна якась установка тренера? What did the coach tell you to do and why you didn't do you that? You can ask the coach, not me. Це потрібно питати. It's not question for me, so for the coach. Тренера. Не його. No, I don't want to talk about that. That question is for the coach. Він хоче писати. What did the coach Voronin tell you to do the game? How you want to win the match? You will ask the coach. I don't want to tell you that. Okay. No, it's no, I don't understand the question. Для тренера, тобто він не був. Thank you. Are you happy with your game, personally? No, I'm not happy for this game because we lose the game. Ні, він не задоволений, бо вони програли. Чому команда бореться тільки 3-4? Чому постійно остання частина є такою невдалою? Why do you fight always? Why the team fights always only 3 quarters and the last quarter is always so bad? I think again this for my opinion a question for the coach because I play the game and I give my best and I don't see the other things on the court. I will try to focus on my game, my team game, and maybe coach see better from the bench. Ці питання краще ставити тренеру, так як він слідкує більше за своєю грою і викладається на повну силу, тобто намагається зробити все для того, щоб команда перемогла, а тренеру видніше з боку, що робиться не так і в чому проблема. Можливо, вони втомлюються, можливо, не вистачає запасних гравців, тобто лава занадто коротка. Maybe you all get tired and we have a little rotation in team and that's why the last quarter is always so bad. I don't know, maybe. Можливо. Thank you. Ну, скорее всего, благодаря защите мы играли почти всю игру агрессивно, меняли защиты, зоны, личные, то есть понемногу наращивали преимущество, я думаю, поэтому мы победили сегодня. Як тобі остання чверть? Здається, політехніка вже опустила руки. Стоять люди. Такая игра, когда-то мы можем додавить, когда-то они, кто-то сломается. Что, дальше, я думаю, у них хорошая команда, будет все получаться. Ну, знаете, была... Еще оставалось очень много играть, и было бы просто глупо рисковать ими дальше и потерять их на всю оставшуюся игру.
и потому пришлось и менять и зонную защиту, и личную защиту, как-то выходить из этого положения, но я думаю, что все-таки ребята справились с этим, и хотя и Варда, и Ившин получили по 5 фолов, но они сделали свою работу, потому что сегодня очень-очень агрессивно играл Косалевич под кольцом, ему доверяли, потому что видели, что он сегодня хорош, и давали мячей, он эти мячи забивал, так что тех больших у нас много нету, и пришлось ими жертвовать. Можно сказать, что два неспортивных формата, которые были на ракетке, они решили развитие событий? Ну, как бы я не согласился с этим. Конечно, это нам улегчило выиграть игру, но все-таки я думаю, что мы на протяжении всей игры старались атаковать, играть агрессивно, и когда-то, и думаю, что у нас скамейка чуть-чуть подлиннее, и эта ротация все-таки под конец дала свой результат, что мы были, может быть, свежее, могли тоже давление и под конец выдерживать, и когда уже начал подниматься результат, конечно, сопернику тяжело найти в себе силы, которых они потратили тоже много, но им большой комплимент, они держали сегодня, и Гаррис, и Косалевич были очень хороши в атаке, было их тяжело держать, мы получили на них очень много фолов, но думаю, что под конец выиграли заслуженно. Серия поражений, которые были в психологически вы знаете, просто хочется или... Говорим все время ребятам, что просто некогда там и переживать, и все, потому что опять послезавтра у нас игра в Феро. Мы играем очень много и должны, конечно, сделать основные выводы после каждой игры, но и вперед дальше, потому что послезавтра опять игра. Объясни, пожалуйста, как вы своей командой в вашей четверке? Доставало ли вы на это? Извините, я не все понял. Оцените игру команды в первой четверти. Да, ну мы сегодня начали игру без нашего основного разыгрывающего Даниэля Ювинга и основного тяжелого края Радослава Ранчика, потому что два дня назад была игра, и мы потратили в той игре силы, хотя еще и под конец еще и проиграли. И я думаю, что они это время, которое играли, отыграли нормально. Результат был, конечно, очень такой ровный. Но нам самое главное было, когда они были на поляне, чтобы соперник не ушел, не оторвался. И я думаю, что они свою работу сделали. И в каждой четверти мы чуть-чуть наращивали то преимущество, которое под конец и имели. Просто он сейчас на пике своей формы или он может играть еще лучше? Вы знаете, у него страшный потенциал. Он только после дисквалификации, что у него была, и после не такой на тренировках травмы, после которой он и не мог даже тренироваться, очень быстро вошел в форму, и потому что он такой боец. Ему понадобилось 3-4 игры, чтобы играть уже на уровне, которым играет, а это очень высокий уровень. И я самое главное, что желаю на следующий год большое внимание, чтобы он оставался здоровым, а все остальное у него мастерство очень хорошее. И это передается очень команде. Это его сила, это уверенность, такая игра солидная, помогает, конечно, и нашим остальным игрокам. А у нас еще нету и Печерова, который все равно, как знаете, тоже игрок очень высокого уровня. И Криспина нету, но так что думаю, на второй половине сезона мы должны эти травмы получить, уже, может быть, будет поменьше игр, и будем каждую игру выступать на уровне, который мы можем и даже должны. Можно ли сказать, что в игре Дроздова сыграла большую, трогающую роль, и на сегодня не сгозды, пропустил очень много, и Сгаверло хорошо отыграл на сегодня? Да, но я знаю, вы знаете, это игрок такого уровня, который просто не разделяет игры на там сильный соперник, слабый соперник. И Еврокубок или и Украинская лига – это последняя команда или это ведущая команда. Он всегда играет на своем уровне. Он на каждой игре доказывает, что он игрок высочайшего уровня. Я очень доволен, что он вернулся на площадку. Спасибо. Последняя часть игры.
Да не команда подседает. Вы заметьте, кто играет, тот немножко подседает. А тех, кого пробуешь, они даже вот такой отрезок не показывают ничего, даже в минус. То есть, тот же Лукасавлевич по защите уже устает. Ну, Мейс, понятно, с самолета там вторая игра, еще акклиматизация не кончилась, как бы наоборот, я знал, что вторая будет тяжелее. Тот же Харрис, если нападение как бы на всю игру заряжено все, то где-то недоработка в защите и получается последняя четверть, а равных-то нет. Или хотя бы приблизительно равных. Я уже не знаю, может быть, действительно молодых ставить, потому что, ну... Вы посмотрите, забивает два игрока. Много очков, один чуть меньше, остальные так. Это по очкам. По защитным действиям мы ничего снять не можем. Вот пока мы в поиске четвертого номера, причем очень хорошего надо. Как бы я не знаю, как это сложится. Потому что вот эти 12 подборов, там это как раз игра хорошего уровня четвертого номера. И второго номера. Ну и, как бы, как мне кажется, все-таки индивидуальное мастерство команды противника в большинстве своем, естественно, выше. Отсюда и получается, что можно завестись, можно где-то скрипнуть, а в решающие моменты, оп, и все. Идет атака, подбора нет. Быстрая атака сюда, провал. Ну, не знаю. Я очень рассчитываю на игроков двух амплуа. Но опять же это мало. У меня же нет Дроздова украинца, Кольченко украинца, Печерова украинца, даже Ившина. Это хорошие достаточно игроки. Ну, украинцев я не знаю даже кого. Нет никого. Можно поменять только... Ну, занимаемся. И после Нового года здесь будет четвертый номер. Вот. Видимо, не оправдывает надежды руководства Саша Милосердов на этой позиции. То есть не удается ему восстановиться за короткий срок. А ждать они не могут. И я не знаю... Как Боза Дурасаев. Он тоже физически не готов. То есть он сидел, не выходил на площадку, и ему как бы не так просто по физическим кондициям. Хотя относительно что-то делает и как бы старается. Но нужен. В команде нет ни одного второго номера. То есть это атакующий защитник. С хорошей техникой владения, с хорошим обыгрышем, с хорошей атакой. Ну и подвиг. Что касается украинцев, ну я не знаю. Плюс, как бы вроде пытался последние игры разыграть Ходова, он сломался опять. То есть очень травмоопасен. Показывал уже неплохую такую достаточную игру. Ярославу тяжело Зубрицкому играть такой достаточно большой отрезок времени. Он-то поможет, но это... В игровом времени должно выражаться меньшими цифрами. То есть, если здесь вот сейчас эти позиции не закрыть, то или молодыми уже обыгрывать начинать. Ну, молодых как бы вот я подпускаю Доленко и все. Он как-то еще пока уверенности не чувствует. Он старается, но в атаке не участвует, хотя он может. Но, видимо, надо разговаривать, надо... Я надеюсь, что Кедрик Мейс наберет форму буквально где-то за неделю, за 10 дней. Он должен быть уже в своем, в привычном состоянии. А это всегда как бы... Все-таки без игровой практики полгода – это много. Вот. Я думаю, что... Ну и, конечно, высокого еще одного надо на позицию четвертого номера. Где-то такого роста 2.5, хотя бы 2.6. С этими командами, которые хорошо укомплектованы, играя, на каком-то этапе нас затаптывают и все. Слава Кроку, слава то чекать на таких значных смен в складе, да? Да, я рассчитываю, что
Вот 3 числа у нас тренировки, и уже где-то 3-4 должен быть игрок. Один обязательно. Что касается 2-го, идет поезд. Иначе, ну, я буду откровенен, этим составом сложно выиграть. Просто сложно, я не знаю. Видимо, квалификация желает быть лучше. Желает. Ну, это такое дело. А в принципе, вы понимаете, когда по ходу еще вставляешь новых игроков, рушится даже то, что чуть-чуть было в тактическом плане. Много появляется индивидуальной игры. А индивидуальная игра, пока силы есть, от удачи. То есть и нельзя этого игрока посадить, потому что он результат приносит. И в какой-то степени заигрывается, но на него же надо надеяться, потому что смотришь, ну, а он забивает. Пусть не так, как хотелось бы, ну, как бы в те моменты, когда устал, ну, может быть, кто-то другой бы взял, а их нет на себя. Ну, пока вот так. Ну, я думаю, что, ну, хочется надеяться, что 2 игрока высокого класса могут, возможно, я постараюсь, может быть, и украинца кого-то вытащу. Вот никак не могу понять Павла Ревзина последний. Ну, больше нечего говорить.